Сейчас дедушка принарядится. Не переживайте, внучки. Я уже с вами. Елопуки здесь. Кто ждал меня, внучки? Похлопайте аплодисменты дедушке. Не бойтесь, я не кусаюсь. Ха-ха-ха-ха-ха. На самом деле, ребята, я очень добрый. Елопуки, я очень добрый. Знаете, кто такой Елопуки? На самом деле, это не такой Дед Мороз, которого вы привыкли видеть. Елопуки, сегодня у нас потому что старый Новый год, а я вот выгляжу как Елопуки. Йо-хо-хо и бутылка рома. Ну чё, ребята, как вам моя борода шикарная? Прилетел я из далеких-далеких стран к вам. Точнее, не к вам, а к Олежку и в гости. Вот он пришел, я ему подарить различные подарки. На эти подарки, возможно, он вам снимет потом обзорчик и покажет. Но сейчас я хочу в краткости рассказать о своем происхождении, пока меня Олег пригласил в гости. Я здесь долго задерживаться не буду, а то я могу растаять. В общем, слушайте. Я дед Елопуки. В простонародье можете меня просто называть Рождественский Дед. Потому что я очень страшный и отличаюсь от вашего Дедушки Мороза, от настоящего. Я и он, и, короче, там какой-то через три колена там чего-то там родственник далекий. Вот, слушайте дальше. Как исторически-то все сложилось-то? Исторически сложилось так. Что слово является Елопуки, ну в смысле, амонимом финского языка. В общем, Елопуки это переводит с финского языка означает как рождественский козел. Рождественский козел. Сейчас Елопуки выглядит, ну, как всем известный Санта-Клаус, да? Вот, в белой бороде, там, в красной шубе, в красной шапке. Но еще в 19 веке его изображали в козлиной шкуре, ребята. Поняли? В козлиной шкуре его изображали. Иногда даже с маленькими рожками. Примерно вот с такими. У Елопуки, кстати, есть жена. Зовут ее Муофи. Переводит старая хозяйка. Помощников у Елопуки служат гномы, которые в течение года сидят в пещерах эхо и слушают, как себя ведут дети во всем мире. И за подписчиками тоже следят. Так что, так же они разбирают рождественскую почту и помогают готовить и заупаковывать подарки. Вот так вот, господа. Вот так вот, господа, я вам и рассказал свое происхождение сейчас нынешнего Санта-Клауса, но я когда-то назывался Елопуки. Вот. Прилетел я к Олежке в гости поздравить его со старым Новым годом и вас всех тоже пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, любви, счастья, успехов. Загадывайте желания, пишите в комментариях, что вы хотите в этом году. Я буду так вот щелкать пальцами. Желания будут исполняться в тот же миг.
Ну и спасибо за внимание! Йо-хо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо-хо!